Всем привет, с вами канал Кэметаликс. В этом видео я расскажу вам про куколку Нейтан Рот из серии Freaky Fusion. Нейтан Рот – это мальчик из серии Freaky Fusion, который вначале меня совершенно не впечатлил. Я вообще задавалась вопросом, а зачем он мне? Но мне его подарили, и после того, как я его увидела вживую еще в коробке, мое мнение полностью поменялось. А когда я его достала из коробки, я в него влюбилась. Когда я увидела его на промофото, я подумала, что это слияние зомби и Гила. Но потом оказалось, что это слияние зомби и единорога. Отец Нейтана – зомби, а мать – единорог. Интересное слияние. Если честно, я бы отнесла Нейтана в серию Freaky Fusion, где Бонита, Сирена и Авиа. Ведь он новый персонаж, как они. А вот Дракубайка, Лагунафая, Клеоля и другие – уже как бы слияние известных нам персонажей. У Нейтана темно-серая кожа. Если сравнивать его с Гулей, она явно темнее. Левая часть лица вылита как бы без кожи, как будто с нее сняли кожу и видны мышцы. Глаза мальчика голубые, с серыми кругами вокруг них. Бровки также серые. Губы окрашены в такой же цвет, как и кожа. Если бы не было блеска на них, можно было подумать, что они сливаются с кожей. На голове у Нейтана лошадиные ушки и прозрачный закрученный голубой рог. Нос Нейтана очень прямой. Что привлекает меня в этом мальчике, это его грива и хвост. Они черного цвета с прядями желтого, красного и голубого цветов. Грива очень длинная, до пояса. Хвост интересно прикреплен, но я как бы его не тянула, он не вынимается. Но если присмотреться, пряди хвоста засунуты так и связаны резинкой, что возможно, если снять резинку, пряди вытянутся. Теперь перейдем к телу. Все его тело чередуется, где тело нормальное, а где без кожи. Руки Нейтана, а точнее пальцы, без когтей. Одет Нейтан не менее пестро. Желтая кепка с пятью маленькими рожками. Присутствуют голубые точечки. Ну или цвета морской волны. Из такого же материала и его кеды. На нем одета кофта с четверным рукавом. Спереди она разноцветная. Присутствует голубой, красный, желтый и белый цвета. На груди принт в виде внутренности и грудной клетки. Сзади кофта черная. На ногах черные брюки. Левая штанина разрисована в тех же красках, что и кофта. Изображены также мышцы, то есть как бы снята кожа. С Нейтаном идет дневничок, желтая расческа и желтая подставка. Как персонаж, Нейтан довольно-таки интересная личность. Он любит пестрые цвета, такие как ярко-красный, голубой, желтый. Любимый его предмет – физиология монстров. А вот уроки танцев он не любит. Также его раздражает, когда монстры судят о других монстрах только по внешности. Нейтану 17 лет, и его лучшие друзья – Сирена, Авиа и Бонита. Еще раз доказывает, что именно в эту подсерию его и нужно относить. В целом, Нейтан очень интересный, и я уверена, что он не оставит вас равнодушным, когда вы увидите его вживую. Мое видео про эту куколку подошло к концу. Все мои фото и видео с этим мальчиком вы можете найти на некоторых сайтах. Ссылки я оставлю под видео. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Пока! Scream be your team. We don't